Раз, два, три. Сегодня генеральная репетиция перед концертом. Заслуженный артист России Владимир Терешков поет в сопровождении симфонического оркестра Республиканской филармонии. В Хакасской филармонии Владимир Терешков поет со дня ее основания – 25 лет, а на сцене артист почти полвека. Несмотря на это, перед завтрашним концертом он испытывает особое волнение. Какой-то подчеркивается итог работы в этом плане. И, конечно, такие творческие отчеты, они несут очень хороший положительный заряд для всех, как и для самих вокалистов, так и для слушателей, которые приходят на концерт. На творческом вечере Владимир Терешков исполнит старинные романсы и свою любимую партию Мефистофеля. На сцену выйдут и его ученики, солист филармонии Даниил Тарасов и Артур Марлужоков. Он приехал в Хакасию с Алтая. Концерт состоится завтра в 18:30.